У меня фонарики горят одинаково, надеюсь. Я старалась. Всем привет, с вами я, Грей. Простите, что без прически, просто я ее так и не нашла в своей замечательной, шикарной сумке, естественно. И я снимаю небольшое видеообъяснение, скажем так. Теперь у нас уже у двух каналов из трех. Ну, или четырех, как получится. У нас уже есть кликички. Я Хлебушек, LPS печенька у нас Кукис. Ну, печенька. Кукис. LPS Slash TV. Пока что я для нее придумала слэшик. Или флешечка. Вообще-то лучше флешечка. Вот, я решила, что флешечка она у нас будет. Но только если она согласится. Ну, я завтра у нее спрошу, мы все равно завтра будем в парк, наверное, поедем. Вот, и это Полина, если кто не знает. Ну, может быть, она будет флешечкой, да. То есть, как бы, печенька, готовься, может, она будет флешечкой. А няшки рулят, возможно, будет няшечкой. Да, это очень странно, но мы пока что так решили. Кстати, напиши мне ВКонтакте, Карин, пожалуйста. Слушай, хорэ лезть в мои видео, ты и так в каждом видео сейчас участвуешь. А я не виновата, что я осталась у бабушки одна. Чё это ты одна? Иди отсюда. Кш-кш-кш, сказала. Опять смс-ка. Ну ладно, всем пока.